А на льду сейчас Алина Загитова, которая будет закрывать эти фантастические, эти уникальные, ни с чем не сравнимые соревнования. Произвольная программа олимпийской чемпионки. Считаю, что она борется. Она борется с собой, да, она борется с собой, она преодолевает, да, вот так, да, изменившееся тело, да, да, есть проблемы, но она выходит и делает, она сделала во второй половине, она сделала Луция, она к нему прицепила тулуп, я не знаю, я думаю, что они там взяли, на, там по недокруто, по всему, конечно, недостаток там есть скорости, но в принципе
Вы знаете, я бы вообще этих девочек, которые преодолевают себя в такую трудную для себя минуту и в такой трудный год, я бы их очень поддерживала, потому что мы не знаем, что случится с другими. Понимаете, мы не можем так отказываться от тех, кто составлял вчера славу. Вообще, о каких отказах идет речь? Мы, да, я считаю, что... носим на руках она, наших, да, девчонок. Алина Загитова – великая чемпионка, по-настоящему великая, без кавычек и всего остального. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, чемпионка мира, продолжающая свою карьеру. Да. Ее чемпионство будет навсегда, и любовь зрителей будет навсегда. И путь спортсмена сложный, и мы говорим о том, что да, сегодня у Алины не все получилось. Да еще и выйти после такого пресса. Но давайте представим себя на секундочку на ее месте. Но ей 17 лет, все в ее руках, все в ее желании. Что она решит, какие приоритеты для себя взять, те она и будет брать. Но Алина Загитова – это лицо фигурного катания России. И так будет. И спасибо тебе, Алин, за это. А, кстати, нет, вру, не весь пьедестал. В этом составе они заняли весь пьедестал на чемпионате России среди взрослых. Но... тяжело ей. Ей очень тяжело. И тяжело это в себе понять, тяжело это понять. Вообще она вместе рядом тренируется. И видите, короткую программу она преодолела. Вот, и не надо, Алина, не плачь. Ты прекрасная спортсменка. Спортсмен не может не пережить счастливые моменты. И несчастные тоже, и быть несчастными. Не может так складываться жизнь, которая просто идет вся на мир. Так не может. Сначала это уже не случилось, теперь это у нее. Ну как из этого?